приключению готовы? Поехали! Вторая часть Courage Hard Adventure. Ура! От создателей CrazyV888 и YouTube Man. Опять да? Да, именно так я сегодня достал эту карту из почты с потерянными картами. Каким-то образом я пропустил эту карту CrazyV. Sorry, сегодня мы ее пройдем, потому что я помню то, что CrazyV делает хорошие карты. Прорисовка 8 чанков. Ребят, я хочу прямо сразу залететь в эту карту и посмотреть, что здесь будет происходить. Графика быстро договорили. Что ж, господа, если вам понравится видос, ставьте лукасы, подписывайтесь на змеиный лук. Также оставляйте arrow и можете нажать на череп безумия. И, конечно же, рандомный комментарий залетает от Nokia 3310 и пишет нам: Nokia, интересно, почему Кейн говорит не О'Кейн, а О'Кей? Потому что О'Кейн меня в свое время заскамил на 500 рублей, у меня с ним не очень хорошие отношения, поэтому, да, вот такие дела. Окей, мы типа приступаем. Хорошо, одну секунду. Что мы вообще делаем? Кто мы такие? Змеиный лук, у нас есть череп. Отлично, что ж, давайте посмотрим. Здесь у нас будет какое-то приключение. Хард, как говорится. О боже, погодите, прямо так сразу. What the fuck? Это что за начало такое? Одну секунду, стоп, я... Окей. Кто здесь? Отстань! Не знаю. Йоу, мы только начали, что происходит? Меня уже просто подгорает пукан у кегли. Просто прямо с самой первой секунды этой карты. Что происходит? О, отлично. Какое милое место. Фу, хорошо, и что это сейчас было? Это реально Hard Adventure, походу, друзья. Приготовьте ваши ребни, чтобы меня ими бить, походу, потому что я буду тупить и буду запинаться об все, что здесь будет на этой карте. Давайте посмотрим. Я, честно, не помню, какие именно карты мы проходили от CrazyV в прошлом. Я помню, что мы их проходили, я помню отличного ник. Но прямо так, чтобы вспомнить, я не помню. И это вторая часть какой-то карты, которую мы проходили. Да умри ты сегодня. Спасибо большое, спасибо за внимание. Так, ребят, я не хочу получить вилкой в глаз, который они держат в руках, поэтому давайте мы его быстренько вот так издали и зашлепаем с помощью нашего лука. Почти убили, одна стрела осталась, смотрите, бум, минус. Окей, у нас есть сохранение, это нам понадобится, и у нас есть... у нас есть возможность пройти вот сюда, у нас есть сундук, и у нас есть пироги. Значит, что я лук поставлю сюда, меч хаоса, замечательно. Окей, хорошо, поехали, let's go. Да, я должен показать сегодня мастер-класс, поэтому вы, если что, это... Вы приготовьтесь для нас... Ну, камон, ну что происходит? Так, ну хорошо, что пока что у меня есть лук, и я могу им повеселиться. Минус. И вон того мужика еще квадрат. Ну а вон там квадратный глаз, мужик, иди сюда. Хоп. Знаете что, я настоящий мужик, я подойду и прямо вблизи ему вилкой по глазу. Отлично, у нас есть золотая морковка, спасибо, пригодится. Хорошо, что мы видим здесь, у нас есть паркур наверх. И... Я слышу слаймов где-то, паркур наверх. О, нифига себе, вот это механизмы, вот это технологии. Илон Маск курит в сторонке. Подавился сигаретой, умер. Илон Маск! Окей, это на время оказывается. Хорошо, я вас понял. Я вас понял, я люблю паркур на время. Я на самом деле обожаю такие уровни. Окей, одну секунду, пожалуйста. Повторим. 3, 2, 1, let's go. Раз, два, три. Ребят, спидран, паркур, вот это я понимаю. Да, давай, быстрее, не... Да, опять то же самое. Отвечаю, на этот раз. Поехали. Хоп, хоп, хоп. Yes, 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 yeah, yeah. What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck? Я не понял, это как вообще работает? Так. Дайте морковку съесть, а то я умираю. Погодите, одну скину. Бум. И... Let's go. Короче, нам нельзя останавливаться на вот этом последнем... Как? Я не понимаю. Окей, я сдаюсь. Я реально не могу, друзья. Погодите, мне дали скорость. Откуда мне скорость-то теперь? Погодите. А, это мне лук дает скорость. Значит, что мне... А, погодите, возможно, с помощью лука мы можем сделать последний прыжок. Знаете что? Я не буду его брать сейчас. Я возьму лук на самом последнем прыжке, договорились? И мы попробуем. Мы попробуем долететь до самого конца с помощью этого лука. Смотрите, вот так, хоп. Найс, вот как-то это... Что за квадратный зеленый глазастый черт? Ну-ка, отошел отсюда, мне пройти надо, можно. Мне очень кажется, что он здесь заспаунился случайно, вам не кажется? Хотя, может быть, и не случайно, друзья. Может быть, автор специально его здесь поставил. Авторы. Потому что у нас также YouTube Man из авторов есть. Так, можно мне... Можно дать пройти человеку старому, пожилому? Пожалуйста, спасибо за внимание. Идем наверх. Вуаля. Вижу мужиков. Что-то охраняет. Что-то они охраняют. У них вилки, опять же. Ребят, я очень не люблю, когда меня кидаются вилками. Поэтому давайте-ка мы их издали вот так.
прижмем немножко. Отлично. Кстати, что насчет пасхалок? Вот тут вот лево-право есть что-то? Нет. Я не могу даже пройти здесь барьера. Окей, договорились. Хорошо. Найс. Так, вы собираетесь умирать? Изи, договорились. Так, что мы видим? Опа, проход. Вниз, вверх. Окей. Вот! Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу. Давайте не будем. Да. Стоп. Морковку. Стоят черты, а? Стоят, стоят, ждут меня. Посмотрите на них. Посмотрите на них, посмотрите, посмотрите на их лица. Бум. О! Окей, это будет сложновато. Знаете что, может из-за того, что они лучники, может быть мне их все-таки лучше вблизи убить. Знаете что, давайте захаваем одну морковку. И поехали, меч хаоса в дело. А, я убил одного. Есть, окей, хорошо, это не так уж и плохо, это не так уж и плохо, не так уж и плохо. Что у нас есть дальше? У нас есть сохранение, спасибо большое. У нас есть сундук. Для чего нам этот эндер-сундук? Для того, чтобы мы оставляли какие-то вещи в одном месте, в одном сохранении, и потом перекидывали на другое? Или... Ну-ка, погоди. Знаешь что, давай один на один разберемся. Давай. Ах, не на один, ах, а на один у нас не получится, походу, да, посмотреть на это. Так, минус один, минус два. Не понял. Не понял. Кто жив, кто цел, кто все, что, где, кто, не понял. Алло. Уберите слепоту. Хамо, 4 секунды. А кто, где? А, ты что, издеваешься? Нет, это фейк. Да. Да. Добри! Ребят, окей, вроде бы все, можно идти. Ребят, реально хардкор адвенчур, но пока что я умер один раз в самом начале, просто потому что я дурак. А вроде как все остальное у нас получается, поэтому без проблем. Этих пацанов можно издали. Мне кажется, все вот эти стрелы, которые нам дали, это на всю нам карту. Поэтому, кстати, лук у меня бесконечный. У меня есть рандомный лук, который выбил из моба, но на него пофиг, друзья. У нас есть лук, змеиный лук, который дает нам еще скорость. Это отлично, это кайфово, это здорово, это замечательно, это просто вкусно, классно, найс. Так, что мы видим здесь? Пасхалки кто-то видит? Пасхалки никто не видит, да? Окей. О, а вот это что-то интересное. Это что-то типа паркура по шулькерам. Такой мы магим. Смотри, друзья, вы хотите... Упс, сори. Окей, вот сейчас, вот прямо сейчас я показываю мастер-класс. Договорились? Смотрите, хоп. Упс, мискликнул, господа. Вы не печальтесь раньше времени, пожалуйста. Yes. Да что ж ты за пес-то подземельный такой? Сейчас все будет, не волнуйтесь, друзья. Я люблю паркур по шулькерам, поэтому мы должны это сделать. Мне кажется, здесь нужно просто без контрола прыгать. Я зажимаю контрол, разбег не в тему здесь. Вот здесь в тему, а вот здесь не в тему. И вот здесь, что я делаю? Остановись, Кейн, подожди. Найс, и найс. Видали, сохранение, это было изи. Чтобы... What the fuck? А, нет, окей, умер. Окей, умер, поехали, пока я бессмертный. Минус. И теперь вот эти чертёв. На, я тебя получу, и тебе тоже. Так. Окей. Надо было досаждателя еще добавить сюда, да? Где он? Иди сюда. Где он? Ха. Он в стенах! Стены со мной разговаривают. О, опять паркур. Погодите, здесь был или это. Нет, это другой паркур. Окей, хорошо, это next паркур. Поехали, друзья. Мы опять же будем тащить. Сегодня мы только тащим, господа, как вы, наверное, уже поняли. Сюда и. Допрыгнул. Есть. What the fuck? А он не умирает, погоди. О, погодите, это же продавец. Почему продавца сделали таким же, как... Погодите, а может быть тот, кого я убил в прошлый раз, это... Эти стражи были продавцами? Не. Так, что у нас продается, страж? Нужно ли нам зачарованное яблоко за один тотем? Конечно, почему бы и нет? Кстати, откуда у нас изумруд? Я не нашел ни один. Но яблоки я возьму, потому что у нас есть один тотем. Я не помню, откуда его выбил. А, наверное, из этого, из иллюзора. Ну да ладно. Распродажа выпечки закрыта. Спасибо. Сохранение есть. Сундук пусто. Жизни пополнены, поэтому погнали вперед. А вот и ад. Ха, маленький ад. И мы сразу же передвигаемся в темнокаменный мир. Бьем. Отсек этого мира. Мне очень нравится, что карта такая линейная и ведет тебя по... Кстати, я начинаю вспоминать предыдущую карту, первую часть Hardcore Adventure, с которой мы играли. А я помню этот стиль карты, вот таким проходом, который проходит через разные отсеки, нужно убивать мобов, проходить испытания. Я вспомнил. И давайте посмотрим. Найди кнопку, чтобы залить водой лаву. И твои проблемы. Классно.
У меня много проблем сейчас, это правда. Так, найди кнопку. Далеко ли она будет? Мне кажется, не так далеко эта кнопка должна быть, да? Она должна быть где-то примерно вот здесь. Найди кнопку. Может быть, она где-то за лавой? Может быть, нужно войти в лаву, но я не хочу опять умирать. Я проверяю, друзья, проверяю. Так, ладно, хорошо, кнопку. О, нет, показалось. Может быть, есть кнопка, но в нее нужно попасть из лука. Отстаньте, пожалуйста, дамы и господа. Дамы и господа, уйдите. Уйдите, сказал. Найди кнопку, чтобы залить лавы твои проблемы. Чертов чернокамень, очень уж он черный. Может быть, все-таки... Может быть, нет, я не вижу кнопку на той части этого прохода. Может быть, кнопка под лавой. Может быть, кнопка... Ну, ребят, ну я не знаю, я не вижу кнопку. Потому что кнопка с чернокамня на чернокамне — это самая, наверное, плохо видимая кнопка. Это она... Не. Ребят. Окей, мне придется прыгать через лаву. И у меня все-таки есть... А, нет, нам даже нельзя туда пройти. Здесь... Я так и знал. Йоу. Я же так и знал, но погодите. Мне такое чувство, что здесь нету кнопки. Что это просто секретный сундук. What? И что мы делаем? Ладно, возвращаемся назад. Здесь есть кнопка? Нет, тут кнопки. И как я сейчас выберусь назад, чтобы не умереть? Окей, ладно. Найс. Так, что теперь? Кнопка. А это что такое? Послание, погодите, я его пропустил. Ох, здравствуйте, извините за мою грамотность. Ведь я не местный. А, за мою грамотность? Я не местный, окей, но я хочу сказать, что я ушел по причине того, что у меня кончились товары. Мне пришлось уйти за новыми продуктами. С уважением, ваш Ратмир. Ну, Ратмир, надеюсь, мы с тобой увидимся. Ратмир, у тебя нет подсказки, пожалуйста? Где может быть кнопка, которая... Сольет все мои проблемы. И также заодно лаву. Ну, ребят, ну я не вижу, ну камон, ну где? Где кнопка? Hello? Стоп. Погодите, друзья. Я отказываюсь верить, что кнопка все это время была здесь. Окей. Я отказываюсь это верить. Я что, дурак, я что, слепой? Это что сейчас было? Как я ее не увидел? Вот она. Можно еще воды? Спасибо. Ну, о, кайф какой, спасибо за внимание. Что ж, найс, можем идти наконец дальше. Кого же мы теперь встретим, друзья? Ставьте ваши ставки. Горящие, нужно быстрее, фаст, а то сгорит и не сможем подняться. Фу, горящие строители леса, кто мог подумать. Так, можно мне обычной еды в таком случае? Отлично. Можно перестать гореть теперь? Спасибо. Нет, не спасибо еще, но вот теперь спасибо. И теперь, а сохранение не будет здесь? Раз уж тут был сундук, я думал, не сохранение. Может быть, вот эта плита сохранения. Окей, хорошо, ладно. Гоу. Кто здесь? Еще одно сохранение. Что здесь, босс какой-то будет? Босс. Две лампы. Меняются местами. Что это может означать, друзья? Что это может означать? А, fuck you, только не ты. Камон. Ладно, погодите. Прежде чем убивать досажателя, нужно сначала убить иллюзора, потому что это бессмысленно. Иди сюда. Подошел на минус. И теперь можно сохраниться. Отстань! Они в стенах! Опять не принял таблетки, они все в стенах. Окей, я помню, даже в первой части были моменты с этими досаждателями, которые в стены залетали, меня били, избивали пинками мне под задницу. Отстой! Я ем яблоко, мне пофиг. Надо было на босса ставить, я уверен, что здесь будет... Окей, сохранение. Почему я раньше не нажал, почему я раньше не увидел? Ладно, поехали. Паркур — мой стиль жизни, это понятно, это все знают. 4 блока прыжок, изи, да? Найс, без проблем. Так, что мы видим здесь? Продавец. Лавка-шавка. Открыто с... Блин, я считать не умею. Окей, давайте посмотрим. У нас есть... У меня нет призмаринового осколка. У меня нет ни одного стержня. Как это вообще работает? Где должен... Погоди, стержни, а точнее, осколки призмаринового выпадают из стражей? А, не повезло, не фартануло, походу, мне. Ну ладно, сохранение. Так, что у нас здесь есть? Выбор, куда можно пойти. У нас есть обед. Это похоже на ловушку, нет? А, послание от неизвестно кого. 1, 4, 2, 3. Спасибо, это наверняка будет полезно. 1, 4, 2, 3. А это что такое? Зачем это здесь?
типа куст, типа декорация. Окей, хорошо. А, 1, 4, 2, 3. Кайф, изи, изи, друзья, я слишком умный. Так, что мы видим здесь? Секретные проходы. Наверняка можно прыгнуть в лаву в одну из этой, да. И там будет вода, и можно найти секретную какую-то локацию с сундуком. Но я чё-то не доверяю. Чё-то я не доверяю этой лаве, поэтому ладно, поехали. Уи! Уи! Слушайте, паркурить со скоростью довольно-таки забавно. Сохранение. О, привет. Да нет у меня сколько. Две кости есть? Две кости есть. Стрелы? Да у меня и таких много, ну ладно, спасибо большое. А, окей, ладно, хорошо, идем дальше. Что теперь? Нужно... А, я знаю, для чего нам давали стрелы. Для того, что мы сделали следующее. Окей. Слушайте, это очень атмосферная карта. Я вспомню предыдущую, и это тоже офигенно. Это суперинтересная концепт. Опять! Иди сюда. Теперь подошли быстро. Быстро подошли, подошли не через стены, а напрямую. Йоу, йоу. Ха. Еще один. Вон он, я же знаю, вот же там. Кто пошел, ты знаешь, куда далеко пошел, далеко. Стоп, где я? Иди сюда. А, надеюсь, он задиспавнится и все, да? Он же задиспавнится, правильно? Ах ты, черт, не задисп... Ха. Найс. Так, теперь у нас есть два рычага, друзья. У нас есть картина, за которой... Сфера Нептуна, плюс 20 жизни. Если что, я беру ее в руки. Окей, я беру ее в левую руку. У нас есть стейки. Нас подготавливают к чему-то. Я уверен, что будет какой-то финальный босс батл. Как вы думаете, друзья? О, проход здесь, окей. Парень, ты на стиле? Так, кто это тут у нас? Может, вы представитесь? Ах, да, я скелет Аксель. Гуль-гуль, я Желесмит. Какой смысл, если ваши имена и так отображаются в чате? А? Ладно, мы все вместе, отряд Блицхаммер. Приступим к делу, сражаемся. Я даже дочитать не успел. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Стоп, погодите, меня не пускают даже назад. Это что-то типа боссов? Что-то типа боссов, я не понимаю. Я не понял. Минус один. Ха, камон. Так, вы вообще, откуда эти слаймы здесь берутся? Окей. Зачпокал пацанов. Изи, это все-таки не конец. Я думаю, что-то еще впереди. О, я вижу маяк, он довольно-таки далеко. Походу, нам еще идти, друзья. Вы даже не думаете, что мы скоро закончим, походу. О, погодите, опять магазины закрыты на ремонт. Грустный житель. Эх, с тех пор, как короля не стало, мэр был очень взволнован. Ведь он думает, что его выберут королем. Лично я не знаю, так это или нет. Кстати, вот еще новость. Вторую башню мэрии разрушили какие-то наглые разбойники. Из-за этого нам придется тратить деньги на починку башни. Я только зарплату получил. Да. Тру. А ты кто? Права? Здравствуй, путник. Что-то случилось? Ну, много чего случилось по дороге. Ох, я пытаюсь вернуться домой. Я попал в какой-то город. Что это за место? Это город Лейт-Сити. Самое яркое место в нашем королевстве. Я слышу, что местный король куда-то подевался. Кажется, его убили. Из-за этого на следующей неделе будут выборы. Ты знаешь, я рад, что... Ты знаешь, я рад, что этого жалкого королишку кто-то свергнул. Ведь он был настоящим тираном. Вот мне интересно, кто это сделал? Ты же знаешь, кто это, да? О, выбор, друзья. Я знаю, это я, но... Погодите, возможно, это отсылка к первой части. Погодите, дайте напрячь мозг и вспомнить. Мы давно играли в первую часть. Что-то там произошло в конце. Что-то необычное. Может быть, как раз-таки я его и свергнул, короля. Точно, погодите. Сори. Мне кажется... Мы дошли до конца, и в итоге король... Это все была обманка. И король нас попытался убить, и я его прищучил. Ну, я не уверен на 100%, поэтому давайте я нажму «Я не в курсе» все-таки, потому что я не уверен на 100%. Эх, жаль, ладно, прощай, пока. Окей, может быть, все-таки нужно было нажать... А, я не знаю, друзья. Ну, камон, ну, я реально не уверен на 100%. Просто так рандом нажать на то, что... Командные блоки... Ну все, ставлю дизлайк этой карте, командные блоки на виду, все плохо, все грустно. Ладно, я шучу, окей, что у нас на башне, давайте проверим. Башня просто как башня, да, ничего такого. Окей, ладно, все, гоу, мне кажется, что я все-таки прав насчет первой части этой карты. То, что все-таки мы дошли до конца, нас уверяли в том, что мы должны спасти короля, а в итоге это все была ловушка. И король нас попытался убить, но я ему дал по лицу. А это, вот, а зачем этот проход здесь?
Вот зачем это? Что это такое? Окей, ладно, хорошо. А ты кто такой? Здорово. Местный. Эх, после смерти короля в городе стала твориться полная суматоха. Все мэры пытаются доказать себя в наилучшей стороне. А, не знаю, выйдет у них или нет, только бог знает. И я знаю, у них не выйдет, потому что я буду новым мэром, и я сделаю все как надо. Они не шарят. А это что такое? Башня еще одна. Окей, хорошо. А, куда-то мы идем, друзья. Итак, ты думаешь, что можешь безнаказанно блуждать по городу, как бы не так. Что я сделал? Ты убил короля и кучу невинных жизней. Твое существование преступление. Извините, я не довольно сражайся. С кем? Куда? О, мужики. Мужики, я отойду, съем яблоко. Погодите, вы это самое, не злитесь. Ау. Надел на себя спортивку Adidas Назаритовую и думает, что крутой, да? Думает, что может убить самого настоящего короля-убийцу. Помните, какое-то другое же слово есть для убийцы королей. Нет, убийцы королей, короля-убийцы. Нет какого-то другого слова, неважно. Лавка Камитон. Странное название, да? Да, странное дрова. И... Ух, я думаю, у меня Майнкрафт завис. Я кликнул, у меня завис Майнкрафт на несколько секунд. Так, у нас есть яблоки. Изумрудов у нас только, ну, все, еще один изумруд, у нас стрел дофига, но я... What the fuck, зачем я так много стрел купил? Значит, что я потрачу, наверное... А, больше нельзя купить, окей, хорошо, ладно. Самое главное, это яблоки. Ребят, я реально хочу выкинуть что-то. Кости, кстати, зачем я выкину, они же могут нам понадобиться. Не входи, убью. Не смешно, а ну выходи. Если ты так хочешь сильно увидеть секрет, то ладно. О, великий... Ну, великий квадратный камень. Ладно, привет. Можно мне свою голову тогда вернуть? Можно я череп заберу, точнее уберу. Возьму вот эту вкусняшку. Одену на себя. Бум, двойная глава кегли. Найс. Окей, хорошо, мы поняли. Это прикольный секрет, я забрал обратно весь хлам. Замечательно. Ладно, хорошо, поехали. Оу, это что-то означает? Тут же ничего нету, да? Это просто декорации, это тут просто паркур. А вот и секрет, самый главный. За голову Кейна можно получить пасхалку. Ну, забираю. Мне так есть уже одна голова Кейна, поэтому без проблем. Что мы видим? Пасхалка. Ха, поздравляю, ты нашел пасхалку, мы тебе лично похлопаем. 50 страниц. У тебя получилось, но советую идти дальше. Чекаю Санс. What? Что такое Санс? Санс из Undertale? Ребят, почему вы всегда делаете так много отсылок к Undertale? Это что, крутая игра, что ли? Я не знаю, я никогда не играл. Мне стоит поиграть на стриме? Окей, ладно, хорошо. Опасная зона. О, какой милый песик. Ты-то кто такой? Гав-мяв, привет, я пес. Ничего особенного, да? Я же пес. Окей. Я думаю, ты мой помощник теперь, нет? Come on. Go. Пошли. Алло, Мурзик? Come on, Вискас, иди сюда. Ну, окей, не идет. What the hell is this? What the hell? Это выглядит забавно, друзья. Погодите, а как я допрыгну до... Это поджог 5 блоков. А, я знаю, как подопрыгнуть. Я не углядел, сори. Что мы видим? Хоп. О! Погодите. Для чего здесь... Как будто бы здесь должны бы стоять скелеты и стрелять меня, да, вам не кажется? Я могу туда впрыгнуть? Я не знаю, но... Окей, мне придется взять мой лук и сделать следующее. Ва! Окей, погодите, я не горю. Как? Черт. Ребята, килл пишу, потому что это бред. Окей, ладно, поехали еще раз. Значит, хоп. Камон, ну что ж ты торопишься, как старый бобер старый, перестань, просто закончи. Камон, раз, два, найс, теперь хоп. Окей, нужно реально рассчитать тайминг, друзья, нужно рассчитать тайминг, пока у меня нервы не повернулись задом ко мне. Я не хочу, чтобы мои нервы повернулись ко мне задом, друзья. Окей, тайминг, раз, два, три, прыжок. Найс. Я вижу его, вон он, теперь уже шляпу одел, бейсболку адидасовскую, неплохо, молодец. Конец опасной зоны.
Погодите, это мужик, с которым поговорить надо, это диалог. Одну секунду. Проверяем пасхалки. What the fuck is this? What the fuck? Что я здесь забыл? Ах, вот изумруды. Все-таки это пасхалки, изумруды, их нужно было таким образом находить. Окей. Можно в эту картину зайти? В эту нельзя. Окей, парень, что мне скажешь? Опять будешь, хочешь меня избить? Боунгрейд, здравствуй, путник, я садовник. Боунгрейд, зачем ты сюда пожаловал? Что с ним сделать? Ребят, это явно фейк. Это явно подделка. Это явно троллинг. Этот скелет бы меня... Не, сражаться сразу, без разговоров. Этот парень... Хочешь драться? Ну давай. Видите, он сумасшедший. Это защитник, а не какой-то чертов садовник. Это все фейк, я же вам говорю. Яблоко? Жги яблоко, найс, поехали. Я же говорил, это все фейк. Погодите, он умирает в текстурах. Ха-ха, нуб дурак. Стоп, он залез на текстуры. О май гад, серьезно? А ты кто такой? Хеллоу? Он реально залез за барьеры. И что мы делаем? Ребят, в смысле? Как мы его запихнули в барьер? Черт, что мы делаем? Камон, я не могу до него дотянуться. Он ровно за этой стеной. А, черт. Это грустно, друзья. Мы не можем убить парня. Может быть, вот так его убить? Сейчас. Камон. Ребят, я профессионал. А, почти. Камон, нам надо его убить таким образом. О, это будет долго. Но что поделать. Сейчас все будет, друзья, не волнуйтесь. Попал? Как-то мимо я стреляю, друзья, мне кажется. О, попал, отлично. Давай, еще одну. Еще одну, и проход должен открыться, друзья. Ребят, сейчас все сделаем. Ну же, дождь и стрел. Йоу. Давай, плиз. Еще одна стрела, да? Я же по нему уже несколько раз ударил. Камон. Упс, what the fuck. Как я начал есть мясо. Давай, какой тапс. Ребят, осталось немного. Посмотрите, докуда я его уже дотолкал. Ребят, мне кажется, он не умирает. Мне кажется, мне придется читерить. Я отвечаю. Он не умирает уже просто, ребят. Я не знаю, что мне делать. Он не умирает уже. Я не знаю, сколько раз еще нужно попасть. Камон, давай. Мне кажется, еще одну стрелу. Ребят, я больше так не могу. Ой, нам еще... Ой, его еще долго надо было обстреливать. Ой-ой-ой. Так, окей, одну секунду. Сори. Вот теперь, после того, как мы его убили, дверь же открылась, проход нам. Видите, он открылся. Ну вот просто парень за текстуры убежал. Понятно. Ну, ребят, ну пришлось читерить. Сори, но это не моя вина. Небольшой мини-баг. Я думаю, вы меня простите. Правильно, друзья? Правильно. О, погодите, это же... Это похоже на подход к самому главному королевству. А, правильно? Ну-ка, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Пусто, окей. Башня номер 2. Может быть, тут что-то есть, какие-то секреты, приколы? Nope. Так, дайте-ка мне покушать, пожалуйста, ваше позволение. Окей, ладно, поехали. Гоу, где мой лук быстрый? И стрел у меня все еще дофига, друзья. Я не знаю, я минут 10, наверное, потратил на обстрел этого чертового скелета. Вот зачем мне это? Вот зачем я потратил 10 минут впустую? 10 минут Кейн сидел и стрелял по парню. Так, что за картинами? Пусто. Что за этой картиной? Не пусто. What the hell? Стоп, куда мы плывем? Стоп, я припоминаю что-то такое из другой карты Crazy V. Я что-то такое припоминаю. Погодите, ну куда я приплыл? Это правильное место? Или я здесь был? А это что такое? И я наблюдаю за тобой, игрок. Да, отстань не до меня. Не надо за мной наблюдать. Окей, хорошо. Найс. Пусто. Ага. Окей, что это означает? Нам нужно найти специальный рычаг, который можно поставить на изумрудный блок. Вау. Ну что, поехали. Нужно, походу, искать его в этом плавающем подводном лабиринте. Замечательно. Пусти, пожалуйста. Стоп, я не могу спуститься, потому что...
Стоп, погодите, а как мы... А как я спущусь? А как я спущусь? Ребят, я не могу спуститься. Камон. Ребят, я не могу спуститься. Стоп, погодите, что происходит? Ребят, меня реально не дают спуститься. Нет. Из-за того, что пузыри толкают меня вверх. Как я спущусь? Может быть, не нужно с разбега вот так? Нет, стоп, без лестницы, без лестницы. Вот так, хоп. Я не могу, друзья, я не могу. Камон, пожалуйста, плиз. Я жму на все кнопки, на shift, на пробел, на control, а я не могу. Окей, у меня есть идея. А, это плохая идея, она не сработает точно. Погоди, может быть, все-таки рычаг где-то здесь, я пропустил его? Ну, не может же быть, ну не может же быть. Походу, я ничего не пропустил. Что если... Нет. И что мы делаем? Ребят, вы не поверите, что только что случилось. Вы мне не поверите, я только что прошел карту до конца, но я не нажал кнопку записи. Я не нажал кнопку записи. Я реально в момент, когда я уже начинал взрывать карту, я такой смотрю на мой второй монитор, а запись не идет. Поэтому я переустановил карту. И мы снова вместе с вами пройдем до конца. И, кстати, здесь, оказывается, есть шулькер, который... Вот он дает мне кнопку. Видите, у меня пустой инвентарь. Я тупо только что переустановил карту и прилетел сюда в креативе. Потому что я не могу вас оставить без конца карты, ребят. Я не могу вас поставить. Потому что вот здесь есть чил-зона, друзья. Видите, это чил-зона. Здесь, в принципе, что есть? Есть душик, если хотите. Ребят, я прошел всю карту. Я не знаю, минут... 15 я играл после того момента, 15-20, и все это не записалось. Представьте мою реакцию. Окей, ладно, все равно мы с вами пройдем еще раз. Я не хочу вас оставлять без концовки. Она довольно-таки... Окей, не буду спойлерить. Вот сейчас увидите, я уже знаю, что там в конце. А вы не знаете. А я знаю, а вы не знаете. Окей, сундук здесь была пусто. Угу. А здесь у нас небольшая головомойка. А выглядит следующим образом. Здесь мы говорим с местным. Привет, я житель Б. Я пытался решить эту головомойку, но у меня не получается. Я слышал, что она как-то связана с котлом, который находится чуть выше. Короче, здесь то, что мы делаем. Наверху есть котел. Но здесь... Нет, не здесь. А, привет. А, интересно, когда наш мэр станет королем. Он будет ли он поднимать налоги? А то я боюсь, ведь на днях я хочу купить дорогую картину. Так беги, скорее покупай, пока он не стал королем, ваш этот мэр. Окей. Okay. Что я хочу? А, я хотел взять вот это. Возьмем бутылек с водой. И здесь его нужно положить в котлище. Следующим образом. Бульк. И открывается проход, как вы можете видеть. Окей. Хорошо, идем дальше. В принципе, я не так супер много прошел, но все равно я довольно-таки далеко прошел. Так, здесь у нас мужики черные. Здорово, здорово, мужики. Хоп. Здорово, скелетосы. Найс. Пару стрел. Три стрелы им нужно. Три стрелы. Минус. А здесь... Здравствуйте. Здравствуйте. У нас есть миска. Окей, спасибо. А здесь что-то было? Я не помню уже. Пусто. А тут вроде бы нет никакой пасхалки, да? Ладно, хорошо. Идем дальше. Next, 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 next. Окей, собираем, собираем. Ребят, как это грустно было. А, я вспомнил. Когда я здесь проходил, я так и думаю, картина. Ну-ка, дайте-ка просто в нее стрельну, и такой вижу. Окей, погодите одну секунду, потом я попробовал прыгнуть. Я чувствую барьеры, значит, я подошел вот сюда и сделал бум, бум, бум. И здесь, в принципе, у нас есть просто яблоки зачарованные. Сойдет, сойдет, друзья, сойдет. Я потерял... А, из-за того, что переустановил карту, я потерял свое сердце. Сердце мое чудесное, сердце моря. Ты кто у нас такой? Местный. Пс, пацан, я слышал, что Horror Ground довольно-таки опасное место, так что не суйся туда, если жить тебе дорога. Бля-бля-бля-бля-бля-бля. Лейти Сити. Короче, мы из Лайт Сити пришли в Horror Ground. Вообще, морковки. Окей, поехали. И здесь начинается Horror City. Сохранение. Еще одни мужики. Раз. Два. Три. Ай, камон, че я их боюсь? Мне уже пофиг, друзья. Мне уже пофиг. А мне уже пофиг. Меня никто не убьет. Ау! Наверное, все-таки не надо было. Я не хочу гореть. Окей, съедим яблоко, поехали. Так, и здесь у нас есть очень интересные записки на стенах, и я вам их снова зачитаю, потому что я их уже зачитал, но я ничего не записал, поэтому ладно. Однажды это место царило в гармонии и счастье, но однажды наступила война против сил тьмы, солдаты бились как герои, но мы проиграли эту войну. Мы были слабы, тьма взяла под контроль это королевство, все его жители превратились в бездушных скелетов, они горели одним лишь желанием убить всех.
пережившие этот кошмар люди не смогли сбежать. Король тоже не смог избежать скорой смерти. Он тоже превратился в скелета. Конечно, в такой форме он не мог править королевством. Зная это, он все же никому не дал взойти на престол. Вскоре королевство впало в отчаяние. Выжившие не знали, что предпринять. Через год наши мечты рухнули. Мы сдались. Мы забыли себя. Мы забыли других. Вскоре наши запасы кончились. Семьи умирали и переходили на сторону тьмы. Города не хотели нас спасать. Они нас опасались. Ну вот и все. Мне жить недолго осталось. Я последний, кто остался. Я уже не помню, кто я. Я забыл. Я пропал. Я почту себе другим, семье и другим. Светлому прошлому. Хорошую память. Я знаю, это моя последняя запись. Дэвид. А, бедный Дэвид, друзья, бедный Дэвид. Как вы думаете, это реально была его последняя запись? Или еще есть возможность его спасти? Возможно, силу тьмы можно... Ара-а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 ра
аминешник. Окей, ладно, хорошо. Хоп. Здесь паркур. Паркур мастер снова в деле. Здесь мы прыгаем сюда, открываем. What the fuck? Окей, я с этой стороны проходил в прошлый раз. Возможно, так и надо. Так. Хоп. Найс. Так, еще. Мужики, камон. Так, что у нас здесь? А, и что ты тут нашел, брысь? Окей, спокойно, пожалуйста. Не надо на меня орать. Минус один. И... минус второй. Так, здесь я пройти не могу, да? Вроде бы, я пытался. Окей, хорошо. Что же, интересно, это у нас за такой проход? Это конец! Я второй раз прошел. Найс. Но у меня есть одна вещь, которую я случайно... Окей, сейчас вам объясню. Короче, да, прошу оценить карту и первую часть, если забыл. Первую часть я оценю, я не помню, но, наверное, 10, а эту 20, потому что супер. И следующую, надеюсь, что 30, поэтому ждем третью часть. Crazy V, YouTuberman, спасибо вам большое. Это была супер круто, атмосферно, диалоги. Стиль карты, линейность ее. Очень интересный выбор в некоторых моментах в диалогах можно сделать выбор. Плюс... интересные испытания паркура, все это смешно, все это атмосферно, динамично, не супер сложно и просто круто, просто кайфово. И здесь я увидел следующий алтарь стола, но когда я попытался взять книгу, так как я в креативе был, я ее сломал, поэтому давайте мы ее возьмем, что у нас здесь. А, что за... Окей, а цензура, если это узнает YouTubeman, то он меня убьет. Окей. YouTubeman, ты уже узнал об этом? Молодец. Поэтому, да, друзья, это просто великолепная карта. Это супер круто, и мне очень хочется узнать, что же будет в следующей части, потому что мы так и не разгадали полностью загадку этого мира. Откуда взялись силы тьмы? Что случилось с Дэвидом? Сможем ли мы снять все это проклятие с тех, кто превратился уже в скелетов или нет? А у меня много вопросов, друзья. Надеюсь, мы все-таки сможем найти ответ на все эти вопросы в следующей части. Поэтому теперь, я думаю, самое время бабахнуть. Бабахнуть здесь все как следует. Это было... Я не падаю. Поэтому, да, друзья, что ж, это было супер круто. Если вам понравился видос, обязательно, вы знаете, что делать. Вы берете ваш палец, вашу руку, ногу, ставите лука с этому видосу. Поддержите авторов. Напишите комментарий какой-нибудь, поставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И надеюсь, в скором времени мы увидим все-таки следующую, третью часть. Ну а с вами был Мистер Конь, и всем пока.